Друзья, в этот прекрасный яркий зимний день хочу вас ознакомить с нашим домом, который мы построили летом 2020 года, то есть в этом году. Несмотря ни на что, на холод и так далее, все-таки мы решили вот снять для вас выпуск один, из чего мы построили этот дом. Кирпич у нас здесь идет славянский кирпич. Манчестер Кроста, как видите, да, можете ознакомиться поближе, на черном растворе. Начнем, наверное, из фундамента. То есть здесь, как видите, рядом овраг и там озеро. У нас здесь фундамент свайно-растверковый, поверх залитый, соединенный с монолитной плитой. У нас монолитная подушка на ростверке в нижней части. И на эту подушку уже укладывается кирпич и поднимается стена. А ниже уже не заглубляется она. Дальше уже идут только свои, двухметровые. Внутренние блоки стеновые сделаны из кетровского кирпича, поризованного в толщину 44 сантиметра. Кровля у нас гибкая черепица. Карнизы открытые вот таким образом. На следующий год они будут краситься определенным цветом выбранным. Также деревянные фермы есть. Внутрь, к сожалению, не можем попасть, так как заказчик Максим все здесь забил, перебил. Окна закрыл, двери закрыл и не будем заходить даже. Вот здесь у нас такая красивая, огромная терраса. Здесь у нас вот проем дверной. Окна высокие, там уже заходишь сразу кухня-гостиная, то есть с кухни-гостиной выходишь на террасу и вот, например, наблюдаешь, сидишь, чай пьешь, наблюдаешь озеро, либо в зимний период, как ребята вон играют в хоккей. Вот такие тут у нас возможности. Это я сейчас не буду тут рассказывать всякие интересные вещи, да? Так, чисто обзор маленький. Видите, да, террасу, как мы сделали? То есть строганная доска, шпунтованная сзади, стропилы виднеются, уголки эти будут прятаться потом после покраски, ну перед покраской, то есть прячем уголки. Вот такой вот потолок на террасе. Терраса огромнейшая, 50 квадратов. Максим окна закрыл хорошо. Даже не шатается, нормально все. Вот. Это терраса, вот видите, да, монолитная плита наша, которая соединена с ростверком и залита в толщину 12-15 сантиметров. С армированием в один слой, шагом 20 на 20. Эх, вот такие вот строительные работы мы на этом объекте возвели в летний период. Летом снимать времени не было, поэтому пришлось вот сегодня на выходных, воскресенье, выйти, немножко развеять обстановку. О, кстати, вот перемычки у нас ставятся на ребро по технологии там Баут. Мы у них брали армирующие соединения, все эти вот соединили, установили. Кстати, очень красиво смотрится. Лучше, чем вот этот обычный уголок, покрашенный там каким-то цветом, да, который все равно со временем начинает выходить, на нем выходить начинают ржавчина и так далее. И не очень смотрится. А так идеально, вообще красиво. Я себе тоже так же сделал. И вам рекомендую так же сделать. Итак, вот столбы у нас стоят 38 на 38, да? Балки деревянные. Все зашлифовано у нас здесь. Ну, покрасим под орех, наверное, какой-нибудь, или под дуб. Вообще смотреться будет четко, как ни у кого. Таким образом построили мы его за 3 месяца. Так, черный раствор, кладочный раствор мы делали черным цветом. Это самый бюджетный вариант. Тем более, это не кладочный раствор, это технический углерод.
пигмент, скажем так, добавляется в раствор в определенной пропорции, замешивается, и получаем вот такой готовый уже цветной раствор. Подписывайтесь, друзья, на наш канал. Все-таки надо набрать нам 100 тысяч подписчиков. Наша задача такая. Там можете помочь только вы. Подпишитесь, ставьте лайки. Все, давай. We'll be right back.